Новый выпуск программы «Вакантное место» рекомендует телезрителям «Самары ГИС» обратить внимание на подборку летних предложений рынка труда. В выпуске «Вакансии в парках Самары», «Федеральной налоговой службе России» и «В сфере культуры». Также мы продолжаем делиться с вами лайфхаками по созданию правильного резюме. Посмотрите, указано ли в вашем резюме то обучение, которое вы проходили за последние 5-7 лет. Это очень важно для работодателя видеть, что кандидат хочет и может профессионально развиваться. Встречаемся 6 августа в 19:30.